вот, смотри. Ну, ладно, там внутри касса. Сейчас идем. Сколько? Взрослый 5, детский 3,50, да? Ничего себе, это такие птички. Вот эти цихлиды, да? Это шли касты. Да. Смотри, как она растет, интересно. Она уже большая. В природных условиях. Круто. Это ибис. А? Какаду. Да. Как он читается? Какатуа. Такой спокойненький. Черепашка. А ты смотрел сюда? Кто здесь? А, палочники, да? Вот это, смотри, какие корни крутые, да? Ой, какая она необычная. Красота. Посмотри, глазки белые такие, да? Где-то должно быть название. Ты видишь, они в гнезде. И вот еще.
Кого? Рыб? Ну да. Сколько? Хочется взять, да? Плотки не жили хоть, но отдавали плоды. Ты посмотри, как им нравится. Он толстый такой. Да, какой он толстый. Я под него бы питаюсь. Спасибо. Очень много. Тебе никого не кроет. Заходите. Да, смешно. О, видишь, проснулся, что-то начал говорить. Ему скучно. Ой, тебе что-то понесло птичка. Да. Идем посмотрим. Может, он нельзя его? Это какой-то фрукт упал. Ну, кинь его, не надо его раскрывать. Ты видел? Кофе. Да, кофе, да. Может, здесь есть одно листик? Что-то ему не нравится. Листики такие. Так. А вот, кстати, это орхидея, Даник. Видишь, по-моему, дендробиум, да. Вот такие палочки. Скорее всего, да, это его игрушки. Ну, когда никого нет, да, его, наверное, выпускают. Хорошенький такой. Ой, какие же они интересные, класс. Ага. Что-то у них в одне такое. Это креветки, мне кажется. Нет? У них, может, креветками кормят? Нет, креветка что-то, Yeah.
рыженькое такое. Ножки маленькие, да, как пирожок. Стоя спит, прикинь, мне кажется, что, может быть, она болеет? Нет. Еще он такой спит, слабенький какой-то. Может, ему плохо, они его туда посадили? Может, греться посадили, да. И болел маленький такой. Глазки. А мне кажется, может, он еще и малыш. Малыш такой. Он уже просто маленький, да? Да, у него, видишь, глазки. Чтоб те, наверное, его не обижали. А интересно.